Помните мой обзор про чехол для ГБО? Значит, и вот так вот он разместился у меня в багажнике Opel Mokka. Значит, вот эти штуки я сделал сам. Здесь крючок вот такой. А это, ну, обычная резина старая. Эластичный кусок. Таким образом привязал, все работает. Значит, дальше я вот этот вот крючочек, ну вот это вот место, я ну, сделаю такую типа чехол для него, приятно, чтобы это эстетично смотрелось, и покажу вам, естественно, чехол. Все, спасибо.